Привет, дедушка. Здравствуй, ты же в курсе, что здесь не сохраняются трансляции? Не знаю. Может быть, я второй раз здесь. Этот профет? Может, подрубишь вебку и устроишь секретную трансляцию? Мы никому не расскажем, обещаем да, меньше, да, чем да. Секретная трансляция будет тогда. Когда, знаешь, когда, ты чмоха. Да ты вообще давай мне такие вопросы не задавай, ты подхалимчик. Крысолов, ты сука, если ты Twitch TV, а тут самый, да? Тут ты давай лучше сиди там, пока я сейчас тебя не забаню здесь. Тебе, гаду, все меньше, а то нарезки делай. А то гад вырежет тут, как меня этот гад бьет. Не надо здесь ничего. Я так чувствую, ты меня хочешь обсиховать, вывести, конкретизируя. Да, да, молодец, молодец. Молодец, честно, но ты дурак. Просто знаешь почему? Ты бестолковка. Я тебя предупреждал же, да? Я смотрел у тебя опять видео. Ну, сегодняшнее, вчерашнее, точнее. Это нормально? Я тебя как человека простил, а ты как кто поступил? Как женщина? Зачем? Мы с тобой люди взрослые. Нужно вести себя достойно, как я. Быть мною. То есть не мною, а быть как я похож. До меня вам никому не дорасти. Я мужчина серьезный. Я прошел эту жизнь дважды. Я был уже енотом и кротом, зайцем и всем. Даже птицей лебленем. Я хотел бы быть женщиной только ради того, чтобы быть проституткой. Мне нравится. Классная профессия. Да, был бы я мужчина, я был бы проституткой. Да, значит, 100%. Да, был бы я мужчина. Не хочу мне в это играть! Сама играть, дура! Самое лучшее имя это, знаешь, какое? Валера. Валера, Диса, Дэндиня, да, Дениска, да, Димчик. Ха-ха. Все остальное второстепенные имена в жизни все. Если был бы Бог еще один, он бы был обязательно Денис, либо Валера. Дедушка, все, передай да. Привет моей мадам Юлии. Сейчас смотрим тебя. Сейчас и Денчик скажет ласку кто-нибудь. Люблю тебя, дед. Я могу лично от себя сказать. Денчик здесь вообще, ему далеко до женщин. Нормальных женщин ему не светит. Ну, Юля пойдет мне. Не, подожди, давай не будем. Ля. Красиво очень. Спасибо, зайка. Это очень красиво. Это я, да. Вот это. Красиво, блин, получилось. Очень красиво. Это знаешь, это же из этого, это. Мультика Рокки-Токи. Да. Итак, смотри. Так, а что тут у меня за сохраняшка осталась? Сейчас посмотрим. Пена! А? На! Покушай, сопливка. Будешь сопливочку мою? О! Вкусненько! Все, иди сюда. Покушал, все. Накормлен, как говорится. Накормленный волк. Добрый волк. Ха-ха-ха. Итак, смотри. Чему она такая красивая? Неужели это мой дядя? Это та самая BMW? А? Нет, это лучше, чем BMW. Опа. Ну! С Богом! Ну! С Богом! Шо? Резко! Блядь! Сейчас, подожди, что потеряется. Давай сюда. Эй, подожди, малышка. Шапелка. О, ну, пожалуйста. Блять, подожди. Я надену белье. Я хочу сейчас, допустим, участвовать в соревновательных действиях. То есть моя техника готова к этим действиям. Оно тебе даже не заводится. Опа, танцы без пол. Что съел деда сегодня, где съел Моргенштерна? Куда ты, девочка, делаешь? Сюда, маленькая, стой, все, приехали. Ай! Здорово, нормально. Капот удержал. Молодец. И зря его поставил. Если бы не капот, перевертыш был бы. Капот держит машину, must have.
Да, капот держит. Да, не, не держит уже. Давай. Не-не, так не надо. Дед, хочу выразить тебе благодарность. Дядя, ты куда? А куда ты? Ты чё? Я тебя спросил. Позвони, сука. Я не кашлял, когда бегал в дом. Серёж, не грусти, брат. Найдём тебе дружную тёщу, Серёж. Да ручка-то лезет, а? Ручка-то тянется к золоту, да? О, видал? Я тебя овалил? Я тебя овалил? А ты уже начал тут плакать. Давай-давай, Родин. Не стесняйся, располагайся. Дедушка, да. Передай привет деду Данилу из Киева и скажи, пусть он купит мне большую пиццу. Привет деду Данилу из Киева, купи ему пиццу. Давай, Роди, давай. Опа. Пошел. Вот, идеально, просто, брат. Как будто там и должен быть. Так, походу приехать. Спокойно ладил дела. В твоих глазах станет обычной тварью, банька, рыбка и пиво. Как там, брат, все нормально? Брат даже не заметит, что машина едет не своим ходом. Да-да-да. Это, сука, не машина, пилот. Сейчас я подправлю. Я нюхал под хвостовую полость женской поликой гадости. Сука! Порсень выпал! Безумно можно быть первым. Пойдем на автобус. Безумно можно... Это я восстану из пепла. Я начну музыку писать и рэп делать. Я буду новая рэп-звезда! Я! Не ты! Я! Да мы с Сережей на рыбалке. Мы с тобой в 90-х. Вот время было, да? Блять, и пиво закрыто. Подожди меня! Подожди, сбивай меня нахуй! Не хочу так жить! Все, нахуй. Какая-то жизнь из машины без пива. Я сказал. Блядь. Что за бред? Я просто поломать хотел выключатель. Сейчас уже могу учить песенки какие-то. Опа, пошел процесс. Подружки, о. Так. Да. Молодцы, что не отреагировали на хейтеров. Хейт? Всем ночной привет. Классно поете. Да. Ну и брат, блядь. Щелов сквозь лопу банит.